Мои любимые фильмы по сценариям Рустама Брагимбекова: «Белое солнце пустыни», «Спасибо за детство», потрясающий фильм в этом южном городе Бирджанубшайр, да. Невероятный домашний драматический фильм «Адгину. День рождения». «Допрос». Суперфильм советских времен с Калягиным. «Перед закрытой дверью» Нахапетов, Фрунзе Кардычян. «Пар», конечно, уф, с Фахраддин Манафовым. «Храни меня, мой талисман», конечно, Збруев и наши звезды. «Храм воздуха», помните, еще Бока там пел. «Урга», невероятный фильм, жесткий. Ну и, конечно, «Оскароносный, утомленный солнцем». Гениальный фильм, «Хэм тиджарят, хэм зиарят», невероятно. Ну, «Сибирский цирюльник», весь мир его видел. Конечно же, «Восток, Запад», гениальное кино. «Кочевник», суперский исторический фильм. Драматический камерный фильм, такой, знаете, фестивальный. И, конечно, «Райские птицы», очень сильное кино. Спасибо, Рустам Мэлим, Аллах рахмет эйлесин.